Интересные факты о ежах. Интересный факт номер один. Ежи появились на Земле около 15 миллионов лет назад. Интересный факт номер два. У среднестатистического ежа примерно 10 тысяч иголок. Они обновляются раз в 3 года. Ежиные иглы растут долго, около года. К счастью для ежика, их обновление происходит постепенно. Интересный факт номер три. У ежа насчитывается 36 зубов, которые, как и у людей, могут выпасть к старости. Интересный факт номер четыре. Ежи больше, чем какие-либо другие животные, страдают от укусов клещей. Когда еж бежит по траве, он словно гребнем вычесывает из нее паразитов, которые охотно селятся на несчастном зверьке. Избавиться от клещей ежам мешают собственные иглы, поэтому они идут на хитрость, накалывают на себя окурки, чтобы протравить паразитов табаком. Интересный факт номер пять. В эпидемиологии существует понятие «ежечас». Оно обозначает количество клещей, собранных ежом за час бега по лесу. Учет ежечасов помогает ученым выявлять природные очаги клещевого энцефалита. Интересный факт номер шесть. Зимняя спячка ежей длится 128 дней. Пока еж спит, температура его тела падает до 2 градусов Цельсия. В нормальных условиях она составляет 34 градуса. Дыхание у спящих ежей серьезно замедлено, максимум 8 вдохов-выдохов в минуту, хотя обычно они дышат с частотой 40-50 раз. Проснувшийся еж – ходячее воплощение голода, поэтому несколько дней после пробуждения зверек тратит исключительно на поиски еды. Интересный факт номер 7. У большинства видов ежей есть хвост. Правда, он очень короткий, всего 3 сантиметра, поэтому его не видно из-под иголок. Интересный факт номер 8. Несмотря на то, что ежики умеют различать цвета, они по своей природе подслеповаты. Зато у них очень острый слух и тонкое обоняние. Интересный факт номер 9. Ушастые ежи отличаются от своих собратьев тем, что крайне неохотно сворачиваются в клубок в случае опасности. Этот вид ежей очень быстро бегает, и догнать его наземным хищникам непросто. Если же ушастого ежа настигает враг, то зверек подпрыгивает и старается уколоть своего противника в чувствительные места. Интересный факт номер 10. У ежей иммунитет к яду гадюк. Хотя они не охотятся на этих змей специально. Однако, если подвернется возможность, еж слопает гадюку с большим аппетитом. Интересный факт номер 11. Также на ежей почти не действуют даже самые сильные яды. Сулема, мышьяд, цианистый калий, синильная кислота и так далее. Интересный факт номер 12. Ежики не охотятся на мышей. Это миф. Они, может быть, и рады были бы полакомиться мышатиной, но догнать мышь не способны. Интересный факт номер 13. В детских книжках часто можно увидеть ежика, несущего на спине яблоко. На самом деле ежи не накалывают на спинные иглы ни яблоки, ни грибы, ни прочие крупные предметы. Они физически не способны свернуться так, чтобы это сделать. Отцом миф о том, что зверьки переносят на спине запасы, является древнеримский историк Плиний Старший. С чего он это взял, неизвестно. Интересный факт номер 14. Ежи замечательно приручаются и неплохо ладят с другими домашними питомцами, собаками и кошками. Но мало кто может держать ежиков дома из-за их громкого топота. Интересный факт номер 15. Виновником гибели многих ежей являлась сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс. Дело в том, что зверьки охотно вылизывали остатки мороженого мчфлура из стаканчиков. Горловина этих стаканов была достаточно широкой, чтобы ежи могли просунуть туда голову, но слишком узкой, чтобы они могли высунуть ее обратно. В итоге тысячи бедных зверушек не смогли освободиться от стаканчиков и погибли от голода. После многочисленных протестов защитников дикой природы в 2006 году диаметр горловины стаканчиков для мчфлура был уменьшен, и ежи оказались в безопасности. Интересный факт номер 16. В сербской народной медицине ежиную мочу используют как средство от алкоголизма. Интересный факт номер 17. Жареный еж – традиционное блюдо цыган. Кстати, гуляш из ежа упоминается в одном из эпизодов фильма Гая Ричи «Шерлок Холмс. Игра теней», когда главные герои посещают цыганский табор. Интересный факт номер 18.
В Древнем Риме ежовые шкурки использовались в качестве гребней для вычесывания овечьей шерсти. Интересно, что суды Древнего Рима были буквально завалены делами о подделке ежиных кож. Настолько худовой это был товар.